а затем поедем на внимание. Екатерина, Екатерина, Екатерина. Ты что, с ума сошел? О, легко, кстати, знаешь? Че, она не едет? Готов? Готов? Давай! Ягода малина. Добьетесь на хрен, себе зомбаха носа. Я себе зомбаха носа. А я заел. Так, идем дальше, это еще не... Это как Санасич? Давай, Хасанью! Уцышка! Цей! Ох, а кто снимает нас? Еще! Вторая, вторая! Что это? Хаса, хаса! Чё натворил, лэ, лэ, учи! Ты чё натворишь, лэ? Едет, брат. Чё, пи***? Чё, хаса! Хаса, хаса! Хаса, не мака! Мака, лэ, лэ! О! Что вообще? Я, брат, дед Хасан. Сейчас я в лужу заеду, тебе хана будет. Ой, блядь. Брат, стой, блядь. Что-то отвалилось. Поехали. Шоу! Эти бэмбэ, мэмбэ, я не знаю. Уйди, да, брат. Поехали, брат. Так, заводим. Ай, блядь. Хасан, его Хасан, блядь. Шел. Мэру, хары, хары. Блядь, коробка. Вторая, давай, вторая. Шел. Друзья, ну что, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова я, по-прежнему Лесли, друзья, и встречайте, моя новая машина. Здорово, брат, как ты вообще? Как... Моя? Радная. Короче, вот... Друзья, сегодня я купил себе новую машину. Встречайте, вот это моя семерочка оперская. Ну как оперская? Она пока не оперская, но это как бы дело времени, сколько скоро она станет оперской. Друзья, короче говоря, я вам обещал то, что я куплю себе семерку. Пока что как бы я купил себе вот такую вот семерку зеленую. Сейчас машина проедет, подождите. Вместе с Hustle Online мы купили вот эти вот оперскую, ну как оперскую. Она пока не оперская, но это как бы это всего лишь дело времени, и скоро она станет просто самой лучшей семеркой в городе. Короче, друзья, пишем прямо сразу в комментариях, что мне с ней делать, как бы ломать ее, чинить, собирать, сжигать, переворачивать и так далее. Че, дурак, что ли? Сейчас смотрю. Че ты делаешь? Пишем в комментариях, что нам с ней делать, потому что я сам, я ее просто купил за день. То есть я сегодня утром проснулся, увидел как бы эту машину, пошел, купил и все. То есть я не знаю. Ну как бы зеленая семерка, что сказать, везде протекает масло, вода, двери... Ну как, открывается он так себе. Иди в салон, что показывает. Тут руль длинная, от АКИ, по-моему, я не знаю. Это Комфорт Плюс, брат, смотри. Такой вот салон, короче, мы купили эту машину, пацаны, из-под деда. То есть эта машина была дедом. Это, конечно, у нее интересный такой прикольный, пацаны, у нее цвет. Такой красивый. И, кстати, пацаны, хотел бы поблагодарить отдельно Hustle Online за то, что они взяли за это и, как бы, собственно говоря, проспонсировали данную машину и далее, как бы, возможно, пацаны, снимать такой интересный контент, потому что с этой машиной, пацаны, будет очень много контента, прям очень много, что прямо сейчас, друзья, пожалуйста, поставьте 5000 лайков, чтобы я понял, что вам это нравится, и, как бы, будем снимать дальше ее. Так что, друзья, 5000 лайков, просто, брат, что скажешь? 5000 лайков, и я его руфой в... Не надо меня ещё... На жопу ещё. Короче, сейчас мы поедем поменяем масло, потому что оно как-то протекает. Масло не меняли уже полтора года, в принципе. Ну, или же прям с выпуска данной модели, прям с завода, по-моему, масло же не меняли. Вот, короче, поедем. Короче, поедем, просто поменяем масло. А затем поедем на... Внимание! Поехали, брат, на оффроуд. Ты долбоёб!
Екатерина, Екатерина, Екатерина. Ты что, с ума сошел? Ягода малина, да бедишь сын хирам бу. Аллула яна хачаю, еши безан бахнаса. Еза яла даганаса, сахажа ху сахажа. Саджагалар хаша, яла гой вай безамна. Адда кадаша Аллаха. Да бедишь сын хирам бу. Аллула яна хачаю, еши безан бахнаса. Еза яла даганаса, сахажа ху сахажа. Друзья, ну что ж, мы приехали, покажи локацию. Просто покажи локацию. Сейчас меня сними. Короче, грязь. Сейчас будем на ней боком раздавать. Я сейчас впервые сяду за руль, брат. Сейчас как бы у нас оператор Марьяна, поехали. Так, там впереди полиция, у меня прав на эту машину нет, то есть у меня права только на автоматику. Короче, друзья, я впервые на этой машине. Я не знаю, как она водится, как бы я ее уже наводил, но 20 метров я проехал буквально. О, легко, кстати, знаешь? Че она не едет? Я твой рот. Дай газ, газ, дай газ! Газ дай! Газ! Газ дай! Газ дай, брат! Газ дай, газ, газ! Газ дай! Ушел! Первая, брат! Ушел, хасани его, брат! Спасибо за тачку, вы лучшие. Давай сальто. Так, идем дальше. Это еще не... Это как Салатич? Ты дурак. Короче, если мы берем по данным роликам 5000 лайков, то я дам Марьяне эту машину, и он будет хасанить. Я хочу вон там, там грязь, брат. Давай. Долба. О, о, о! Смотри, брат, ебать грязь, смотри, снимай. Ган, вторая, вторая. Брат, я хочу, чтобы ты это с улицы подснял. Давай. По-моему. Дрон, дрон, дрон. Дрон, ей. Хасан, салам алейкум, уци. Давай, Хасан, ю. Уцишка, ци. Ох, а кто снимает нас? Это не наш дрон. Ушел, вторая, вторая. Газ, газ, газани, брат! Вторая, четвертая! Хасанью, хасамага! Тварь, лей, лей, учи! Чё? Чё, лей? Красиво было? Да. Бля, я в неё влюбился, брат. Бля, я хочу её собрать. Я хуя? Я хочу из неё целку сделать. Она какая чёткая, как она идёт, ты видишь, брат? Она живая, она идёт. Я хочу, бля, покажите кадр, умоляю. Так, пацаны, сейчас будем подниматься вон на ту горку. Смотрите, посмотри, какая большая горка. Ты надоел на этой машине, ты не пешеходная. Ты садись. Давай. Все, поехали, поехали, поехали. Держи. Поехали, брат. Хасан, Хасан. Я в нее уже влюбился. Сейчас поднимемся на ту горку. Ушёл.
Первая, блядь. Ты уж смотри, познакомимся, ле! Леучи! Смотри, какая тачка у меня! Ой, ебать! Ебать! Airbag, но don't airbag, есть full bar. Хасан, Хасан. Боже, пизда. О, о. Ты чё на творишь, ле? Едет, брат. Чё, пизда? Заглохла, брат. Пизда. Чё? Она глохнет, брат. Смотрите, блядь, ми. Пизда. Давай. Тачик сва. Давай. Она глохнет. А как фары выключать? Не знаю. Это. А чё она глохнет? Газ дай, газ. Газ дай. Газ дай, газ, газ, газ. Всё. Было весело. Газ дай. А может бензин закончился? Может быть. Да бензин. Всё, Хасан! Хасан, Хасан! Хасан его мака! Мака, ле, ле, учи! Это. Вау! Вторая? О, сахал, сахал! Брат. Первая, первая. Нет, первая, подожди, дай. Надо спуститься сейчас, брат, по-любому. Ебать грязь, брат, пизда. Ох, блядь. Алло, вот он в бою. Бокам, бокам, Хасан. Пизда. Вау. Дай вторая. О! Камень! Не, смотри, смотри! Да, она легенда, брат! Ей просто насрать на эти все испытания, брат! Ей вообще насрать, брат! Ты видишь, она идет, она живая! Да, она... Бля, на нее просто глянь, какая она шикарная, просто на нее! Просто на нее, какая она красивая. Короче, 5000 лайков, и мы сделаем просто из нее просто нереальную ракету, друзья. Фух, эмоции, брат, зашкаливают, знаешь, как будто. Я хочу на ту горку подняться опять. Пойдем? Пошел! Зет Хасан, блядь, в городе, блядь. Хасан! Брат, нам бенз нужен. Так, пацан, давайте поедем ее заправим. Ну как, я не поеду, потому что у меня прав нету. Короче, поедем, сейчас мы ее заправим, скорее всего, потому что она глохнет, смотри. Ущел. Ох, 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 о май гад, девочка ламбала. Ох, то! Стой, 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 поднимай, стой. Хасан, Хасан. Вторая, блядь, дай, блядь. Ущел. Пятая, пятая, пятая. Девочки, салам алейкум! Топ! Топ! Берет кури! Дед Хасан! Ушел за шел! О, вот так! Вот так, бля! Сейчас я руфую в... Екатерина, Саранча. Екатерина, Екатерина, а я когда малина, да будешь сын перебу, а мудрых на хачаю, если бы я там был на са, я бы не ладно гнеса, сахаже хо, сахаже, все жевала на хаша. Потом налево, блядь, ушу. Сань! Хасан! Ой! Брат, сейчас смотри. Что, брат? Как ее остановить? Брат. Что? Как ты? Ты кто вообще? Я брат, дед Хасан. Сейчас я в лужу заеду, тебе хана будет. Ой, блядь. Короче, мы застряли. Подожди. Что? А, блядь, у него.
Сейчас смотри, брат. Смотри, как выезд. Сейчас смотри. Смотри. Смотришь? Что? Я заглох. Смотри. Первая, брат. Шоу. Первый. Второй. Бля, брат. Да, пою. Брат. Брат. Ему вообще пох. Вообще пох. Блядь. Брат. Стой, блядь. Что-то отвалилось. У нас что-то отвалилось. Брат, что с ней стало, брат? Что там? Ебался. А что отвалилось? Пацаны, короче, первый ролик, она как-то не выжила. Короче, у нас сломалась какая-то железка. Это балка, по-моему, да? Или что это? Просто отломалась, она как хуй торчит сейчас. Так, короче, не знаю, сейчас будем что-то решать, как бы машина едет, но ужасно едет. Едет, да. А что будем делать, брат? Ебал я это. Короче, надо сейчас что-то решать, что-то делать, потому что машину так жалко, пацаны. Это как бы сейчас первый ролик, будем как бы ее так, ну, это впервые, вот. А потом мы будем ее собирать, потому что мне она очень понравилась. А с этим что делать, я не знаю. Брат, там все отвалилось. Брат, что мы сделали? Что мы сделали, брат? Короче, я не знаю. Сейчас, наверное, будем вызывать эвакуатор, делать, потому что... Ну, я ее оставлять так не буду, она легенда. Давай, аккуратно.